Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы получили две души Firekeeper Soul. И теперь прошло где-то, наверное, полчаса с момента записи последней серии, потому что я полез в интернет. Но так как времени у меня на это было немного, поэтому я не узнал в итоге, что у меня произошло с моей Учигатаной. Но зато я узнал кое-что полезное, что мне пригодится. Но сначала мы пойдем попробуем убить того монстра. Короче говоря, сейчас мы нарушим еще один ковенант. Но не сейчас, сначала нам его убить надо. Если мы его убьем. Опять же. Так, тихо. Не убивайся. Как бы там ни было... Я знаю, как его убивать. Мне сказали, сначала его нужно сагрить и залезть. Тут ущелье какое-то будет. Ну, сейчас мы его увидим. Он, короче, до определенного момента атаковать нас не будет. И вообще сказали, что это один из самых легких боссов в игре. Но, опять же, мне такое же говорили про Стрей Демона. А в итоге казалось, что это самая страшная была головная боль. Хуже него мне было только сквилак. Так, где у вас тут какое ущелье, где, куда мне вообще прятаться от него? Сказали, когда его убьешь, вот эта лава исчезнет и можно будет спуститься вниз, но посоветовали туда не спускаться до того, как я не разберусь со всеми делами наверху, потому что эта локация одна из самых сложных. Так, вот, видимо, это ущелье имели в виду. Офигеть. Так, ну пока что он вроде на меня не агрится, да? Твою мать. Короче говоря, мне сказали, что вот там у нас лежит сет брони какой-то неплохой. Как я ее беру, он меня с одного удара убивает. Поэтому нужно... постараемся избежать этой ошибки. Сейчас мы вот отсюда будем его расстреливать. Че, неужели не получится так? Да, похоже, не получится. Похоже, придется погибать. Прежде чем... Ой, не-не-не, пошли. Синдис дисчардж, офигеть. Так. Ну, я знаю тактику боя с ним, мне ее поведали. Единственное... Я сам по себе тут в первый раз, поэтому могу из-за этого зафейлиться. Так, сейчас он начнет сюда щупало сувать. Неплохо. Да. Ой, аж 3 использовал со страха. Так, давай, идет замах. Нет, подожди, куда-то пошел. Короче, вот так вот он бьет щупальцем, надо уворачиваться. И после этого... Да, это будет долгий, мучительный процесс. Но, по крайней мере, он будет несложным. Кстати говоря, может вот на нем попробовать Учигатану свою, может она ему будет лучше урона наносить. Давайте попробуем. Блин, стена, конечно, не очень. Так, это будет долго, это будет мучительно, но это будет несложно, по крайней мере. Короче, когда он орёт, значит, надо уже примерно в это время откатываться. Тихо. Тайминги. Тайминги, господа. Что-то совсем понемногу относится. Я, похоже, рановато сюда пришел. Ну да ладно. Куда пошел?
Бой, короче говоря... Бой вообще никакущий, несложный. Главное знать тактику. Единственное, но то, что времени займет он много. Эй, куда пошел? Вниз. Все прощу. Зачем я вообще опять катану в одной руке держу? Не понимаю. Не понимаю себя временами. Блин, пошел опять. Выдохся. Ему они примерно одинаково оборужены с урона. Но куда тут ходишь? А? Не уходи. Ну неплохо так, по 279, по 300 серии сношу. Это уже, по-моему, вполне нормально. Так, ну почти все. Так, куда пошел? Куда пошел? Вернись. Блин, вот об него, наверное, оружие ломать. Офигеть. Он же такой крепкий. Так, ну еще захода 3. Собственно, все. Блин, я сам его провоцирую на уход. Именно тем, что отбегаю раньше времени. Пора бы уже отучиться от этого дела. Давай. Ну по 300 сношу, короче говоря. Да блин, ну что ж такое, я же блин, стоял вроде нормально. Вроде. Так, ну все, в следующий раз мы его убьем уже. Но. Да, вообще никакущий босс. Но опять же, нужно знать тактику. В остальном, я думаю, это было бы просто ужасно. Но как бы там ни было... Спасибо за советы, короче говоря. Потому что с меня хватит за последние дни очень уж сложных боссов. Ну да, это, похоже, открывает куда-то дорогу. Так, человечность. Так, ну давайте посмотрим, что за броню он охранял. 20 тысяч душ можно уровень поднять. Можно не поднимать. Так. Мы натурально в аду уже. Уже все, ниже, по-моему, некуда. Мне вообще Фальчон все больше и больше нравится. У него, конечно, дальность атаки не такая, как у Чигатана. Он примерно вдвое короче. При этом... Так, да, вот она. При этом он кровотечений всяких не вызывает. Ух ты. Давайте посмотрим. Тоже очень легкая.
Ну, блин, выглядит, конечно, как-то странно. Блин, мне косы только не хватает. Не знаю, купить косу, что ли, специально, чтобы смерть была такая. Блин, ну прикольно, я такой Назгул стал. Ну-ка, как с неподвижностью? Подвижность ненормально. Может, ее оставить? Видок, конечно, просто, блин, чума совершенно. Так, ну давайте возвращаться. Что я посмотрел в интернете? Что мне сказали полезного там товарищи? Короче говоря, сейчас мне нужно принять... Джек Шепард что-то пишет. Блин, пока не до него, к сожалению. Короче, мне нужно сейчас принять человечную форму. Ну, первым делом мне нужно добраться до Бонфайра. Того, который в Блайттауне. Не того тут, который около Паучьей Королевы. А именно, который там находится, в коллекторе. Так, как мне подняться? Подожди. Я кругами бегаю, мать тоже. Я не понимаю, что я делаю. Так, вот тут у нас... мы взяли броню. Блин, какой кошмар. Опять я заговорился. Тут мы дрались с боссом. И вон там у нас выход. Короче говоря, там будет торговец. Он, во-первых, продает крайне нехорошие... Ой, нехорошие, говорю. Крайне хорошие вещи. Во-вторых, его нужно убить. Пофигу, что он там продает. И тогда с него выпадут... еще лучше вещи. Вот это меня заинтересовало. Там очень какой-то неплохой меч получается в итоге с него выпадет. Не знаю, сейчас посмотрим. С другой стороны, если он продает, скажем, большие куски титанита, то возможно я его пощадю, как говорится. Потому что вещь крайне нужная, и мне бы узнать, где ее брать, потому что выбивать ее запаришься. Ну, посмотрим, что продает. Посмотрим. По идее, его по-любому нужно убить, потому что с него выпадают крайне хорошие вещи. Возможно, мы это в этой серии успеем сделать. И еще меня просят показать локацию, которая находится... Вход на нее находится в Блайттауне. И, кстати говоря, мне сказали, что за убийство... Подожди. Я туда пришел? Нет вообще? А, да, все нормально. Мне сказали, что за убийство вот этой королевы паучьей последует наказание рано или поздно. У меня на голове вырастет паучье яйцо. И, мол, ты запаришься от него избавляться. Ну, я вот, честно говоря, я не запарюсь от него избавляться, потому что у меня есть... Так, где она? Вот, лечит яйцо, такой желудь. Короче, как раз таки это мы и вылечим, в случае чего. Так что не волнуйтесь. Больше нам ни для чего эта богиня не была нужна. Единственное, но ее было жалко убивать натурально, потому что как слуга убивался. Да и вообще, она такая симпатичная была девушка. Но такой уж поп-коп. Поп-коп весь в этом. Он убивает хороших людей. Что в Скайриме? Что? Что в Dark Souls, что в последующих играх. Вы же не думаете, что после Dark Souls поп-коп пропадет. Приключения поп-копа будут продолжаться. Так, сейчас нам нужно... Ой, какая пакость, посмотрите. Насколько пакостные эти были паучьи норы в Скайриме, но тут их просто превзошли вообще на голову. Это настолько вот, блин, представьте, что вы тут окажетесь, и вот... Мелкая-мелкая паучиная такая мразь полетит со всех дырочек. Ух, пакость. Ой, блин, разработчики этой игры явно злые гении. Меня еще просят показать, что будет, если атаковать все-таки вот этих тварей. Пожалуй, не буду этим заниматься, потому что с них никогда ничто не упадает, но при этом они способны натурально доставить кучу проблем. Маленькие гусеницы. Штуки по 3, по 4. И проблем от них не оберешься. Так, Блайттаун, тормозная зона. Сейчас мы будем тормозить. Вернее, не мы, а игра. Самое главное, чтобы нас сейчас камнями не убили. Побежали, 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 побежали. Полетело. Так, хорошо, промах.
Так. Кстати говоря, защита, похоже, у этой брони от яда просто какая-то феноменальная. Так, ладно. Где у нас бонфайр здесь находится? Ой, отвяжитесь от меня, пожалуйста. Так, все, я траванулся. Я маленько запутался, где я нахожу, не понимаюсь. Ой, не понимаюсь, говорю. Не понимаю. А, все, понял. Понял. Или не понял. Нет, я не туда пришел. Так, ну я пока что предпочту избегать драк с вами. Потому что я вас уже 100 раз убивал, мне с вами не интересно. Так, хорошо. Вот так мы сделали. Они у нас все поуспокоились. Подожди, это кто? Ты кто такой? Ты кто, мать твоя, такой? Я же даже не в человечной форме. Ты откуда тут взялся? Подожди, я не совсем понял. Да, блин. А, нравится? Скотина. Это я не... А, он ядом... От яда погиб. Чё это было? Кто такой? Чего хотел? Странно. Ладно. Короче говоря, нам нужно принять человечность и стать, соответственно, человеком. Кто это был? Я не помню. И после этого идти к тому подъемнику. У нас, кстати говоря, дофига душ просто, и я сейчас уровень поднимать не буду, потому что мы как раз идем к торговцу. Посмотрим, что у него хорошего там. Блин, все-таки крайне неплохой, надо сказать, меч Фальчион. С ним я натурально ниндзя какой-то. Так, ну где-то... Где-то вот здесь, вам сказали, будет. А я не его убил только что, интересно. Так, сейчас я заражусь опять. А, успел. Ну да пофиг, у нас этой травы хоть жопы жуй. Извиняюсь за мой французский. Вот тут должен был стоять торговец. Но тут его нет. То есть я опять что-то зафейлил, я так понимаю. Давайте поднимемся повыше, посмотрим. Что-то у меня такое ощущение, что именно его я и убил. Что у меня там, ковенант-то какой вообще? Форест Хантер. Именно с этим ковенантом нужно сюда подходить. Странно. Так. Бонфайр спереди. Да я в курсе. Бонфайр спереди. Давайте еще раз, может, попробуем. Путь-то тут вообще. Да, то есть совсем рядом. И если нету, то пойдем я открою еще одну локацию. Но туда мы пока не пойдем. Вот, блин, меня подводит то, что я привык катаной драться. У нее, то есть, дальность поражения-то гораздо больше. Так, что, нет тебя тут? Странно. Ладно, разберемся потом как-нибудь. Сдается мне, что у меня что-то пошло не по плану. В итоге именно он это меня и атаковал. Но тогда почему из него ничего не выпало? Затрудняюсь сказать, короче. Давай, иди сюда.
Хорошо. Кстати говоря, наверх туда надо бы сходить. Потому что там одежда ниндзя. Хотя мне вот это нравится. Она выглядит очень стильно и необычно. Ой, отвяжись от меня. Ну чё, надоедливые твари. Ой, аж две. Да ты отвяжись ты от меня, ну что ж ты лезешь? Так, тут у нас еще огнедышащие муравьи. Я из-за того, что заглючила игра, и я не смог забраться на ровной поверхности. В результате огреб. Блин, подожди, что происходит? Блин, что-то я вообще глуплю. Ну ладно. Да блин, еще что ли? Да сколько вас тут? Уже по три летает, офигеть. По четыре. Гадюшник натуральный. Так, еще есть желающие, еще есть. Ну ты наверху там, так что пофигу на тебе. Так, пойдемте к пиявкам. Пиявок я ненавижу. Пиявки отвратительные. Когда они держали в руках пиявку, нет? Это такая гадость. Ух, просто вообще кошмар. У меня дед принимал пиявки. Ну, то есть, они же очищают кровь. Вот он, пиявки все, у него ноги болели, когда пиявками лечился. Так, чё вы, ребята, не хотите меня атаковать? Ну ты опять прилетел, ну куда же без вас-то, да? Гады. Блин, пиявки лезут еще. Ой, да идите, короче, в болт. Вон там снизу еще надо будет подобрать. Ну вообще, мы сюда пришли именно вот... Казалось бы, да? Вот тут вот иллюзорная стена. Ты такой, ну ладно, думаешь, ну секрет. Взял тут человечность. А тут за ней скрывается целая локация. Причем локация одна из самых больших, мне говорили, в игре. И по идее мне по уровню даже сюда идти, но... Я не знаю, почему бы мне сейчас не сходить в Zen Fortress. Не знаю, давайте осмотримся, по крайней мере, что тут, да как. Кто-то там кого-то убил, похоже. 400 душ пришло. Bonfire, отлично. Так, надо использовать еще одно человечество для поджечь его, или пока пофигу. Вы видите, да, какой-то геморрой будет. Не, нафиг сюда я пока не пойду. Я сейчас схожу наверх в Blight Town, возьму ту броню, которая мне давно... Подожди. Нет. Которую мне давно просят брать, взять броню ниндзя. Хотя у нее по статам мне говорили, что ничего хорошего. Но раз просите, давайте возьмем. Давно я не был уже в Blight Town. Сейчас, возможно, опять убьюсь. Потому что очень что-то, блин, неудобно. Шаг влево, шаг вправо и падаешь. Но надо уже с Blight Town окончательно покончить. Чтобы все, больше сюда не возвращаться никогда. Больно уж мне не нравится эта локация. Так, сейчас мне, по идее, нужно спрыгнуть, как бы меня не убили вот эти пиявки в итоге. Да, пиявки что-то никакущие. Ну, зеленый титанитовый осколок, это отлично. Самое главное не забыть, как в предыдущей серии, про то, что... Так, там дальше ничего нет? Про то, что меня постепенно убивают эти штуки. А то там я умер, это было печально. Ты еще живой, что ли? Опять живой? Блин, что-то не то. Ох, какие тормоза. Офигеть. Кадров 15 секунд, не больше. Так, подождите. Я все еще хочу найти того торговца.
Потому что потом я не знаю, когда мы тут будем. Давайте мы сейчас сядем около костра. Да еще раз попробуем напоследок. Почему бы и нет? Дорога-то близкая. Так, хорошо. По идее, мы этим осколком, интересно, сможем свой фальчион улучшить. Нет, нет никого тут. Ну и ладно. Не хотите, как хотите. Все, пошли обратно. Блин, да чего ж тормозная локация? Офигеть. Натурально вызывает дискомфорт, слушай. Такой, блин, личный неприязнь испытываю. Кучить не могу. Вообще кошмар какой-то. Так, сейчас опять этих комариков убивать на воздушном шарике. Заплюхаешься. Ну да ладно. Так, ну раз уж мы ничего не можем купить, то давайте хотя бы уровень поднимем. Или пару, насколько тут хватит. Так, выносливость надо бы поднять. Да. Так. И чуть-чуть не хватило еще на одну. Но эти души от нас никуда не денутся. Я умирать пока не собираюсь. Да что ж такое? Так, комарики летят. Этого нам не нужно. Блин, я опять тут застрял. И опять меня сейчас из-за этого ошпарит. Ну давайте, травите уже. 4 комара, офигеть. Так, последний. Отлично. Мне. А вот еще. Так, хорошо. Ой, блин, я застрял. Так, ладно. Да, отвяжись от меня. Надоели уже. Тут у нас, по-моему, еще один должен быть. Нет, значит, повыше будет. Так. Так. Короче говоря, эта броня, мне сказали, находится... практически около того бонфайра второго. То есть мне сейчас нужно... Подожди, я не могу тут подняться, что ли? Печаль, слушай. А как я тогда поднимусь вообще? У нас здесь лестница? Здесь нету. Ой, да отвяжись ты от меня. Так, я что, получается, не могу вернуться отсюда в Блайдтаун? Чу, печально. Или я что-то не понимаю. Да, похоже, что не могу. А, вот. Блин, ну что ж со мной такое-то сегодня? Да, в принципе, со мной каждый день такое. Я очень невнимательный. А, именно из-за того, что комментировать все приходится. Комментарии очень сбивают внимательность, надо сказать. Так, ой, противная ты тварь такая. Еще один. Ладно, я уже думал, не поднимемся. Блин, прикольная броня такая. Офигеть. Лицо-то видно, нет? Лицо не видно. Натурально, Назгул. Назгулу, конечно, нужен... полуторный меч, чтобы быть натуральным Назгулом. Может, не с полуторным мечом побегать? Даже не знаю. Так, тут я как-то убивался. Ой, блин. Чуть не упал.
Ты давай-ка дай дорогу, уважаемый. Дорогу молодым. Так, ты что, поднимешься ко мне, нет? Ну, давай, ломай меня. Да, конечно, у Чигатана плюс 9 была гораздо более сильной. Так, я даже думаю, я знаю, что с тобой делать, ты за мной сюда не пролезешь, наверное. И упадешь, да? А, пролезает. Вот тут я бы с ним драться точно не хотел. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давай, упадешь, нет? Давай, слабачина. Ой, тупой. Ой, тупой. Так, ладно, возвращаемся. Ну, вы понимаете, да, чем вы тут обернулась, драка с ним просто это. И вот тут, в узком коридоре. Просто была бы смерть. Ой, камера, не своди меня с ума, пожалуйста. Так, я совершенно не помню, как тут подниматься. Ага. Так, ты явно не последний, а вот подъем. Давно не был в Блэктауне, уже недели две, наверное. Так, там еще бегут. Ой. Клевая маска. Прям как в игре From Dust. Так, я, по-моему, слишком высоко поднялся. Сейчас мне как-то нужно к ним спуститься обратно. Не убившись при этом. Что самое главное. Так, ну я думаю... Блин, 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ой, блин, все равно сюда свалился. Короче говоря, придется таки с вами драться. А, пофигу. Упали так упали. Там еще один. Так, только не упади, братень. Ты любишь, я знаю. Так, тут у нас огнедышащие собаки. Опасные твари. Опасные твари. Да ты... Ай, твою мать. Ой, вот это совсем не кстати. Да ты... Ой-ой-ой-ой. Фу, блин, чуть не убили. Чуть-чуть. Очень не кстати подошел сзади гнилой пацанчик. Тихо, что это такое сделал? Ладно, хорошо. Тут, по-моему, наверх надо подняться. Или вот она. Ладно, сначала, как бы там ни было, мы сходим в бонфайр, который прямо тут находится. Кто-то где-то за спиной. Ну да пофигу. Да. Пришли. Так, теперь нам нужно... Теперь нам нужно сюда куда-то подниматься. Хорошо. Так, минус 2. Вот она, я думаю, лежит. Но в последний раз, когда мы пытались что-то тут взять... Мы в итоге просто упали. Да, вот с этой хрени мы и провалились. Душа. Отлично. Ой, не прыгай. Давай запарить уже, ребятки. Так, ты там живой еще? По-моему, поднимаешься ко мне обратно, да? А нет, он просто внизу.
Нейтана? Да твою мать, почему я все время, когда он замахивается, начинаю свой удар делать? Мне чтобы в блоке отсидеться, да? Так. Давай, братан, спускайся, не обижу. Ну, может, чуть-чуть только. Блин, вы видите, да, он возвращается. Он в итоге все равно вернулся. Поэтому мне лучше вот тут вот встать в уголок. Вон он, обошел все, но пришел в итоге. Потому что меня сейчас от вас с двух сторон зажмут. Ты смотри, какой упорный. Твою мать. И упал. Блин. Я, конечно, в людях люблю упертость. Но не до такой же степени, чтобы пол уровня отбегать, чтобы меня убить. С таким количеством жизни. Так, я полез. Да, я знал, тут уже никуда было не деться. Так, теперь. Где у нас ништяк лежал? Ой, не падай. Так, я сейчас не шваркнусь куда-нибудь вниз. Я вообще не вижу, что там. Ага, ну вот она. Давайте посмотрим. Да, у нее с защитой похуже. Ой, тут тоже похуже. Ну, она, конечно, полегче капитально. Ниндзя. По-моему, глупо выглядит эта одежда. Ну да ладно. Хотели, как говорится, по заявкам трудящихся. Так, ну что мне остается? По идее, мне сейчас лучше вернуться в ту сторону. Сейчас меня, конечно, скорее всего убьют, потому что там очень много... Что это было? Очень много опасных врагов. Ой, тихо. Нет, это явная смерть. Подожди, я опять запутался. Я же пришел отсюда вот. Нет? Я что-то путаю или я что-то путаю? Ну, хрен с вами. Что-то у меня мозги на бекрень. Но я так понимаю, что мне только сюда дорога. О, не зря пошел. Душа доблестного рыцаря. Так, там у нас пропасть, туда не нужно. Еще что-то лежит. Слушай, я тут вообще не был. Еще душа. Неплохо так душ подняли. Тут, кстати говоря, я уже могу уровень поднять новый. Ты где? И куда мне идти? Самый насущный вопрос. Видимо, перепрыгивать сюда. Так, ладно, собачки, отвяжитесь нафиг. Так, ну что, давайте на этом завершим эту серию, что ли. В принципе, довольно-таки результативная была серия. Подняли броню. Давайте, кстати, поднимем уровень. Качаем маленько Dexterity. Да, хорошо. Да, в принципе, будем завершать. В следующей серии я даже не знаю, куда мы пойдем. Наверное, в Sands Fortress. Потому что, по идее, силенок-то у меня уже хватит. Но как бы там ни было, это я буду делать через несколько дней. Но пока что я отдохну. В принципе, игра все так же доставляет. Надеюсь, вам также доставляет так это прохождение, как и мне. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.